Сегодня день рождения Бесика Кудухова и памяти этого человека, этого светлого человека. Хотелось бы вспомнить его, пару слов сказать. И я как человек, который с ним часто на сборах бывал и на соревнованиях, и очень не хватает, хочу пару слов поддержки его семьи сказать. На самом деле это достойный парень, с которым мы всегда брали пример как младшие. И это на самом деле гордость не только Осетии, гордость всей страны. Нам его очень не хватает. Жизнь дана и жизнь. Бесик Митьяпон и в наших сердцах. Мы его не забыли, он всегда в наших сердцах. Все хотели, чтобы он всегда был рядом. И никто его не забыл. Все его помнят, все его любят и скучают по нему.